Всем привет, меня зовут Андрей Нарубин, кайт-школа «Кайт на ура». Это видео было записано 10 мая 2017 года. Вот такой трафик на лимане в этот день. Байсукский лиман, Ясенская переправа. Это очень комфортное место для обучения новичков с удобной и мелкой и неглубокой глубиной воды. Простите за тавтологию. Умеренные ветра и комфортное проживание и питание в станице. Гостиница «Ханский берег». В мае для учеников обязательно гидрокостюм 5-3 и гидротар, лучше высокий, так как вы будете много ходить по дну, а дно илистое и попадает в ракушки. Лучше брать с собой кресло для отдыха после обучения кайтингу и термос горячего чая или кофе. С вами Андрей Нарубин, кайт-школа «Кайт на ура», Ясенская переправа. Ждем вас в гости.